Илья Меркулов. Тренер команды «Мастер спорта» Евгений Чижов. Первые секунды мероприятия. Теперь соперники знают друг друга в лицо. По напряженным взглядам спортсменов видно, что игра сегодня будет нелегкой. Поболеть за наших приехал Калищик и депутат Березняковской городской думы Иван Чебыкин. Народный избранник пожелал ребятам удачи и побед без травм. А еще отметил, что очень рад тому, что мероприятие проходит именно в Березняках. Ведь «Уралкалий» уже много лет поддерживает детско-юношеский баскетбол в городе. Выявлять сильнейшего. На протяжении двух первых четвертей команды шли буквально очко в очко. Однако «Калий-баскету» удавалось оставаться немного впереди. В третьей четверти ситуация чуть изменилась. Юноши из команды «Иркут» провели несколько результативных безответных атак. Зрители оставались в напряжении по ходу всего матча. С трибун кричали и свистели. Казалось, еще чуть-чуть, и победы нам не видать. Словно по волшебству наши парни взяли игру в свои руки. Им удалось реализовать тяжелый трехочковый бросок, а следом провести еще несколько результативных атак. В последние минуты матча отрыв нашей команды составил просто космический для такой напряженной игры – 14 очков. Игра была максимально напряженной. Две команды бились до конца и не хотели отдавать победу, но в итоге победили мы. Мне кажется, на данный момент мы просто лучшая форма команды, которую я видел когда-либо, и мы готовы побеждать. Отмечу, что это уже третий полуфинальный этап первенства команд «Дюбл» среди юношей до 19 лет. В последнем собрались команды с практически равным уровнем подготовки. Оттого и смотреть игры было действительно интересно. Очень приятно, конечно, что мы сегодня победили. Да, мы изначально уже вышли. Я видел в этих глазах то, что мы сегодня будем биться. Ну, сегодня была война, прямо война. Но она была спортивная, и это захватывающее зрелище. Уже 1 апреля этим же составом наша команда отправится на финал России среди юношей 2005 года рождения и младше в Нижний Новгород. Традиционно такие поездки возможны благодаря поддержке компании «Уралкалий». Мы много работали, и ребята сделали большой объем работы, и, соответственно, большой объем выходит в качество игры. То есть я доволен сегодняшней самоотдачей ребята, то есть они не посыпались, в нужный момент выстояли и сделали нужный результат нам. Мы рассматриваем этот тур как подготовку к финалу России, который пройдет буквально через 10 дней. То есть мы готовимся, и пока все идет по плану, я очень доволен. Пожелаем удачи ребятам на финальном этапе первенства России и продолжим следить за их успехами. Алина Багрянская, Александр Зибзеев. Наши новости.